Приветствую вас. Как правильно сказал мой коллега Игорь Летучий, справедливо заметил, точнее, нужно искать причину вашего отвращения, которая может заключаться в абсолютно разных вещах. Например, в том, что вы не готовы еще ребенка иметь, например, в том, что вы боитесь потерять свободу, например, в том, что вы чувствуете, что теперь вы сами себе, к примеру, не принадлежите, вот, то есть вариантов на самом деле достаточно много, и все эти варианты нужно исследовать, на мой взгляд. Соответственно, да, необходимо определиться с чувствами к мужу и необходимо определиться с чувствами к ребенку, наверное, тоже. Вот, потому что все это очень важная история, очень важный момент для вас, если вы хотите разобраться в том, что с вами происходит, и обеспечить хорошую, здоровую семью своему ребенку. Вот, может быть, это, конечно, и реакция на, значит, собственно, саму беременность. Вот, но лично я склонен предполагать, что все же здесь есть какие-то скрытые проблемы, как, например, допустим, проблема тревожности, к примеру. Да, или проблема неуверенности в себе, или проблема личных границ. Вот. А так сказать нельзя, нужно исследовать вашу ситуацию, подробно ваши отношения с мужем, вот. А может быть, муж, собственно говоря, что-то сделал такое, да, что отвратило вас от него. Такое, в принципе, тоже вполне реально. То есть тут непонятно, все это нужно исследовать. Поэтому я очень хочу, чтобы вы для себя вот эти вещи обязательно оставили и поставили себе задачу. Очень важно, на каком сроке беременности вы сейчас находитесь. Если срок беременности достаточно небольшой, то можно вам, в принципе, и поконсультироваться с психологом, пообсуждать свои проблемы, побеседовать, вот. А если срок большой уже достаточно, то, наверное, в таком случае смысла этого делать нет. Ага, в таком случае вам желательно, наверное, будет все-таки родить ребенка уже после этого, после того, как родите. Уже разговаривать, вот, с психологом. Вот. Ну, просто так будет на самом деле лучше именно по той вот причине, да, что вы будете более восприимчивы сейчас, если у вас срок большой, ваша восприимчивость психотерапии будет, ну, недостаточной. Вот, на мой взгляд, опять же, так ситуация обстоит. Вот. На этом все. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи!